Дорогие друзья из авиакомпании «Россия», от лица футбольного клуба «Зенит» поздравляем вас с юбилеем. Девяносто лет назад, 7 мая 1934 года, в нашем любимом городе Санкт-Петербурге была основана авиакомпания «Россия». За прошедшие десятилетия вы стали надежным партнером как для многих путешественников, так и для нашего футбольного клуба. «Россия» — это не только пунктуальность, безопасность и надежность, но и отличный сервис, продуманный до мелочей, что делает вашу авиакомпанию идеальным выбором для нашей команды. Ваша поддержка и сотрудничество с «Зенитом» длится уже 10 лет, и мы ценим вашу преданность и верность клубу. Желаем авиакомпании «Россия» процветания и роста, новых высот и долгих лет успешного сотрудничества с «Зенитом». С праздником!